Димон, на, твой. Проходите. Сейчас, подождите, мы тут подаем. Давай, Виталика, давай. Давай. Давай, давай, проходи. Все, погнали. Бля, зацепился еще. Димон, ну что? Димон, поехали. Что? Да, да, да. Недалеко это. Тут да. Да можно здесь вообще. Лесовозы так раздолбали дорогу. Ну это первый лес самый, нормально. Да. Нормально там все проезжает. Потому что здесь, ну это... все проездное. Мы, да, короче, в 11 стартуем, да, работники? Нет. А вот скидывали в 11. Как в 1? В 11 у нас стартует... Сотка? Да, 108. А потом типа, ну... ну и вот каждых 15 минут, потом отдельно вы. Пошли там, Катя, куда? Наши, хоть посмотрите на людей. Пошли, где там, кто едет, да? Пошли. Ну что, Димон? Мы ж последние стартуем все равно, правильно? Слышишь? А те куда? О! Стоят они, готовы. Ну, Маш, первый раз, ну с кем не бывают. Слушай, можешь поддержать, пожалуйста? Сейчас я пацана поддержу. Здорово. Хорошие катки, привет. Ну что это? Давай, все, ну спокойно, нормально. Давай, как батя учил. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Давай, давай, Виталя, бля! Старый молодец, пошел, пошел, третий пошел, красава, давай, блядь!
стране еду, вот и делаю. Ай-яй-яй! Thank you.
Ну зачем так делать? Ух ты, блядь, красиво. Сука. Красиво было. Сука. Thank you.
дорога. Спасибо. А как работнику еще что-нибудь будет? Поздравляем. Спасибо. Медаль упала. Друзья, ваши аплодисменты. Вот такие сертификаты у нас от обкома профсоюзов. Сандер. Второе место. Канашевич Юрий. И первое место. Чичко Андрей. На самом деле, для тех, кто не знает, я расскажу, как на фабрике даже проходят вот эти первенства. Ребята, помимо личного зачета, участвуют еще по отраслям в командных
зачетах. Именно по велоспорту мы командно еще сейчас с вами наградим. Но, а также они по итогам двух дней, то есть завтра еще команды будут участвовать в триатлоне, и по итогам двух дней будет выбран суперпобедитель, отрасль, которая самая спортивная. Аристов Виталий! И первое место ветераны мужской завоевывает Антокин Юрий. Антокин Юрий. Общее фото сделано. Ну что же, и мой любимый класс. Я всегда восхищаюсь этими людьми. Аксакалы мужской.